Потом я выхожу, и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить. Я видел матрас действительно в говне. Матрас весь в говне. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. Нет, но матрас выглядел так. Матрас, честно говоря. Я понимаю, французы — великая нация. Типа, великая нация. Могут быть, позволить себе быть националистами. Плохо быть националистами, но они могут позволить себе это. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня так, и я такой, блин, он написал «Преступление и наказание», может на меня так смотреть. Это какой-то русский Павел. С какой-то стати смотрит на меня с презрением. Ты понимаешь, да, мою претензию? Да-да-да. Спасибо, Тимур.